Поспорили до драки, кровавая резня в поселке Красное Поле. Односельчане не смогли выяснить, есть ли Бог на свете. Чтобы доказать свою правоту, религиозный фанатик схватился за нож. Итог деревенской дискуссии: двое в больнице, один задержан. Подробности у Тамары Ширяевой. Вот эта улица, вот этот дом. Деревенские мужики собрались вечером выпить. Изрядно приняв на грудь, разговоры зашли о религии, веры в Бога и приближении судного дня. Яростно отстаивая свои убеждения, один из спорщиков схватил отвертку. Ушел на улицу, товарищ. Стояли, курили. Сзади, больше ничего не помню, сзади подошел кто-то, ударил. Ничего не почувствовал. Андрей Шаламов в больнице, ему еще повезло, а вот друг в реанимации недавно перенес операцию. Андрей сам недавно узнал, что в шоковом состоянии, чтобы позвать на помощь, он пробежал через всю деревню. Молодой человек в таком состоянии аффекта троих зарезал. Я сегодня, например, узнала у нас от учительницы, что вот к ней прибежала Каюмова и сказала, что у нее порезали сына в 5 утра. Оба в состоянии критического алкогольного опьянения. Вот, оба с ножевыми ранениями в поясничной области. Главный спорщик задержан. Односельчане сейчас судачат. Подозревают, религиозным фанатиком он стал после освобождения из тюрьмы. Он уже не первый раз. Он за убийцу уже сидел. Вот 10 лет он одного убил тоже. И 10 лет отсидел. Он себя плохо ведет, конечно. Очень даже. Нехороший он человек. Перевязочку делали все? Ой, да, только с уколом. Сейчас возбуждено уголовное дело. Милиция ведет расследование.